Всем привет! Сегодня я хотел бы вкратце рассказать о мобильном приложении от компании 3bit. Данное мобильное приложение подходит под сразу же под несколько устройств от этой компании. Удобно тем, что тут есть и наушники, есть и мобильные компактные колонки. Все в одном месте. Ну что, вначале, конечно, идет регистрация. Это указание своего e-mail плюс пароль. Регистрация довольно быстро, после чего нам доступна возможность поиска колонки и ее управления. Главное окно выглядит, собственно, таким вот черненьким цветом. Здесь есть возможность различных настроек. Посмотреть версию. Обновления в данный момент нет. Ну и плюс добавить несколько других устройств. Ну вот, к примеру, у нас сейчас уже подключена колонка 3bit Stormbox Blast. На основном главном окне у нас доступно количество заряда аккумулятора встроенной колонки. Есть регулировка по светодиодной подсветке, также ее можно выключить. Что у нас есть здесь? Регулировка громкости, включение плей-пауза и следующий предыдущий трек. Здесь же можно написать обратную связь. Эквалайзер. Эквалайзер у нас удобная вещь такая, что ее можно как выбрать из предустановленных Music, XBox, Bass, Audiobooks, Classic, Jazz, Party, либо Rock. Как видите, они отличаются, да, изначально по частотным характеристикам. Также можно создать свой. Добавить какие-то свои частотные характеристики, плюс-минус. Все это здесь можно сделать. Так, ну и третья подстраница — это настройки. Здесь же есть версия прошивки, версия 3.0 сейчас в данный момент, название девайса. Ну и можно здесь опять же сбросить на заводские настройки. Так вот выглядит мобильное приложение от компании 3bit для управления их устройствами.